Сейчас поговорим про маркетинги для людей с активной жизненной позицией. Я хочу показать, какие подарки вы можете получить на нашей платформе и что для этого нужно делать, и как сделать так, чтобы однажды проделанная вами работа превратилась в пассивный остаточный доход. Потому что у нас есть очень мощная трехуровневая партнерская программа. Более подробно о том, как она работает и различные стратегии по нашим маркетингам, вы сможете найти на нашей платформе. После этого видеоролика появится ссылочка на регистрацию. Регистрация бесплатная, вас не будет ничему обязывать. Но очень важно сейчас посмотреть вот этот видеоролик, который я вам покажу. Я хотел записать вам снова, объяснив, как работает маркетинг, но я решил сделать следующее. У нас недавно была рабочая встреча, и мы очень подробно это разбирали. И самое главное, у меня на этой рабочей встрече был приглашенный гость в виде нашего партнера, который уже заработал свои первые 500 тысяч рублей за 2 месяца. И он показывает свой личный кабинет и объясняет и рассказывает с точки зрения партнера. Я думаю, что это будет более эффективно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Поэтому, каким образом работают наши партнерские программы на примере нашего партнера? Обязательно смотри это видео до конца, оно будет максимально полезным для тебя. И после этого появится ссылочка на регистрацию. Поехали! Потому что у нас вся верхушка находится в золотых наручниках. Что такое золотые наручники в сетевом бизнесе? Это когда люди, да, то есть это когда взаимовыгодно. То есть тебе выгодно оплатить 300 рублей, потому что ты получишь 600. Ну, только идиот не оплатит, ну, извините за выражение, да, то есть, то есть это же бессмысленно, мне кажется. То есть тебе нужно заплатить 300, ты гарантированно получишь 600. Тебе нужно заплатить 300, ты гарантированно получишь там 1800. Тебе нужно заплатить 300, да, то есть ты гарантированно получишь 18 тысяч рублей. Скажите мне, кто не оплатит. То есть вся верхушка находится в золотых наручниках, она будет проплачиваться. Соответственно, за счет их проплат будут образовываться еще больше технических юнитов, которые будут толкать очередь, соответственно. Плюс вся верхушка должна приглашать. Почему? Потому что есть второй маркетинг, маркетинг с бонусами. То есть люди, которые приглашают, они будут получать приятные подарки. Здесь мы переходим непосредственно ко второму маркетингу, да, то есть за счет чего мы мотивируем людей, которые находятся наверху, да, то есть чтобы они помогали, чтобы они не типа, знаете, типа, ой, вы там можете пригласить. Нет, не можете. Вы должны пригласить, если хотите забрать вот такие вот замечательные подарки. Яндекс-станцию. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, не ошибаюсь, чтобы забрать Яндекс-станцию, нужно 4 человека. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в чате. Но, по-моему, 4 человека было у нас, если что не менялось. То есть, чтобы, если человек выходит на 12 уровень, он гарантированно должен пригласить 4 людей. 4. Понимаете? Чтобы забрать Яндекс-станцию. А теперь представьте, что у нас 100 человек вышло на Яндекс-станцию, и каждый из них должен пригласить по 4, то есть они должны 400 человек пригласить, соответственно, в очередь, которые станут в конец и толкнут всю очередь вперед. Понимаете? То же самое, чтобы им забрать AirPods, у них уже должно быть 5 человек, то есть плюс 1, то есть и эти 100 человек еще по одному пригласят. Соответственно, несложно посчитать, что если эти 100 человек дойдут до AirPods, это значит, что как минимум 300 человек дойдут еще до уровня 12, это Яндекс-станция, а это еще 300 человек, которые должны пригласить по 4, это 1200. Не то, что должны, а должны, наверное, сами для себя, потому что, ну, это глупо, согласитесь. Тебе нужно позвать 4 человека, которые купят по 300 рублей, чтобы ты мог забрать Яндекс-станцию, которая стоит там 6 или 7 тысяч рублей, или 5 тысяч рублей и так далее. То есть понимаете, о чем я? То есть вот этот маркетинг с крутыми подарками, во-первых, что он нам дает? Он нам дает социальное подтверждение, что все работает. Потому что если бы люди просто получали выплаты, ну как доказать, что маркетинг работает? Можно фейковые аккаунты делать, можно еще что-то. Но у нас есть видеоотчеты от людей, которые получают подарки. Это есть социальное подтверждение. То есть мы этот раздел с видеоотчетами будем раз в неделю пополнять, соответственно, и у нас с вами каждую неделю будут десятки, сотни видеороликов добавляться. И, соответственно, лидеры, да, то есть партнеры могут отправлять сюда людей, да, то есть ПП потенциальных партнеров. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот этот маркетинг, он
делает для нас очень крутые вещи, да, то есть, во-первых, остается какой-то подарок. Вот мне приятно, допустим, что у вас дома стоит какая-то вещь, которая напоминает о нашей компании. Либо вы носите часы, которые напоминают о нашей компании, понимаете? Вот это очень круто. Вот это очень круто, что есть какая-то аксессуар, есть какой-то подарок, который напоминает о нашей компании, о том, что, блин, круто. И люди, которые приходят в гости, да, то есть, ну, как это работает? Вот человек получил Яндекс-станцию, человек получил Яндекс-станцию, она у него стоит дома, в гости пришли, Алиса, включи музыку. Да, без проблем, слушаюсь, мой хозяин. Блин, что за тема крутая, расскажи, покажи, сколько стоило. Бесплатно мне компания подарила. Что за компания, расскажи. Понимаете, о чем я? То есть вот так это работает примерно, друзья. Так, звук есть, друзья мои, поэтому не нужно писать. Все. В общем, логика понятна. Да, то есть мы дарим подарки, эти подарки люди получают за свою активность. Чтобы им получить подарок, им нужно, соответственно, сделать активность определенную. Соответственно, у нас есть маркетинг, в котором люди зарабатывают, не приглашая. Но выйдя на определенный уровень, да, то есть человек выходит на уровень, заработал уже свои, там, допустим, я не знаю, сколько там, 6 тысяч рублей, у него уже есть первый финансовый результат. И, соответственно, он хочет получить подарок, да, то есть он хочет получить там свой подарок, дополнительный юнит там, да, то есть или матрицу хочет получить, или там Яндекс-станцию, он понимает, что ему нужно пригласить. И там заработал он первые 18 тысяч рублей, там 18 плюс 6 плюс 3, это уже 27, там 30 тысяч рублей он уже заработал к этому моменту. У него уже есть результат. Сложно ли ему будет пригласить четверых людей, если он уже получил финансовый результат. То есть новичок, который не умеет приглашать, заработал 30 тысяч рублей в интернете, и чтобы получить подарок, ему нужно пригласить четверых. Да каждый справится с этой задачей, каждый справится с этой задачей, понимаете? Поэтому очередь будет двигаться всегда, потому что есть человеческий фактор. У человека есть финансовый результат, ему нужно забрать подарок, это обмен с превышением, нужно заплатить мало, он получит много, соответственно, он это делает. Все, без вопросов. Дальше, и когда он подходит к следующему подарку, люди, которых он пригласил, должны быть активны. То есть, если из этих четверых, которых он позвал на Яндекс-станцию, двое отвалились, а двоим нравится эта идея, то ему тогда нужно пригласить еще троих, понимаете? Либо оживить этих двух, чтобы они все-таки были активны и пополнили баланс кристаллов, либо найти новых троих, понимаете? Два к старым, да, то есть и три, чтобы забрать AirPods еще. Итого получается 5. То есть понимаете, что люди, которые выходят на подарки, они активно приглашают и рекрутируют. И они помогают людям, которые находятся в основном маркетинге, которые не умеют приглашать. Вот и все, друзья мои. Вот почему маркетинг будет двигаться. Но основной маркетинг, основные деньги, самые большие деньги находятся вот здесь. Вы многие недооцениваете уровень реферальной программы. Понимаете, какие реферальные вознаграждения можно получать? Вот здесь самые большие деньги. Потому что это математика, потому что это геометрическая прогрессия, друзья мои. Вот это геометрическая прогрессия, это математика. Обязательно посмотрите разбор маркетинга реферальной программы. Сколько здесь можно зарабатывать? Так, у нас подключился Ваня. Я думаю, что, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Так, Ваня. Сейчас тебя подключу, дорогой. Я здесь. Так, давай вот так. Все, звук отлично. Супер. Прелестно, просто прелестно. Ты меня хорошо слышишь, да? Да, отлично, все. Так, Иван Артюшин, один из лидеров нашей компании. Я взял Ваню. То есть, смотрите, Ваня не самый лучший в приглашениях у нас. Я не знаю, был ли ты вообще в арене хоть раз у нас? Никогда. Человек, то есть, я был в арене в самом начале старта, одну неделю я был. Ага, замечательно. То есть, смотрите, я пригласил Ваню, человек, который... Ну, в арене ни разу не был. То есть я не пригласил самого топового, кто больше всех приглашает. То есть у нас есть люди, которые там каждый день по 100, по 200, по 500 юнитов приглашают, понимаете? То есть представьте, какие у них реферальные вознаграждения. Я беру вот среднего партнера, да, то есть не топа, да, то есть который прям много приглашает, и не человека, который вообще не приглашает. То есть Ваня такой среднячок, но при этом, да, то есть хочется посмотреть на его результат, да, то есть, ну, он действительно очень крутой результат. Тебя не обидели мои слова, что ты среднячок? Не, по доходу ты очень крутой, Вань.
Я понял, понял. Да, действительно, я просто спокойно, как бы, я на старте разгоняюсь, а потом постепенно, постепенно, у меня, знаешь, такое есть расслабление, я уже не в день, не по 10 человек подписываю, ну, допустим, одного, двух, одного, двух, вот так вот, просто стабильно, потихоньку. Ну, короче, ты находишь, тебя деньги расслабляют, да? Нет, на самом деле это правильная стратегия, друзья мои. То есть правильная стратегия очень простая. Сделать быстрый старт, на старте наколбасить, сделать большое количество, а потом из этого количества выбирать качество и с этим качеством работать. Вся суть сетевого бизнеса в том, чтобы однажды проделанная нами работа превратилась в пассивный доход. То есть когда одному сделать миллион оборот сложно. Но когда ты приглашаешь 10 человек, эти 10 человек еще по 10, это 100, 100 человек делают оборот, я не знаю, по 10 тысяч рублей, вот миллион рублей, да, то есть вот очень просто на самом деле. То есть одному это сделать сложно, поэтому очень важно сделать всегда быстрый старт. Я то же самое, то есть я когда захожу, я сначала сразу же собираю большую команду, потом уже по ходу начинаем разбираться, да, то есть я вот всегда по гандапасу работаю, да, хочешь бежать, беги, все, потом со временем... Да, это моя любимая фраза. Да. Хочешь двигать, но нет кроссовок, беги босиком. Да, да, я всегда хотел фразу закончить. Я всегда стартую так, чтобы получилось, скажем, сейчас правильно сформулирую. Я работаю сначала на результат, а потом результат работает на меня. Поэтому я в первые 2-3 недели просто на максимум не сплю, работаю и перебираю людей. Просто перебираю людей, а потом у меня постепенно начинает расти результат, как снежный ком. Ну, это из разряда, знаешь, типа, нахрена тебе разбираться, если ты работаешь не с дураками. То есть ты долгое время работаешь с человеком, с Лилией, да, то есть как наставник, которая, ну, далеко не дурочка. То есть она заходит, разбиравшись, знает, что, как, чему, куда. И то есть люди идут за людьми всегда, вот это важно понимать. Понимаете, что мы здесь не дураки. То есть понятно, что туда, куда заходят лидеры, туда, куда заходят сильные люди, да, то есть, ну, они явно заходят не просто так. Они заходят за определенными людьми, которые имеют определенный бэкграунд, да, то есть и понятно, что эти люди максимально заряжены на деньги, на результат, да, то есть и куда бы они ни заходили, они везде зарабатывают деньги. Поэтому, конечно, здесь в данный моменте лучше сначала делать, а потом думать. Потому что когда люди начинают думать, они сами себе срут в голову, сами себе ставят предохранители и в конечном итоге нахрен ничего не делают. Это самый идеальный, вот бизнес, который получается у блондинок, понимаете, потому что они не думают, да, как бы я бы сейчас не обидел блондинок, но, ну, пускай у нас такой стереотип есть, да, то есть, но лучше в бизнесе быть блондинкой, вообще не думать ни о чем, просто делать, делать и делать, и в конечном итоге у вас будет крутой результат. Показывай результат, личный кабинет, можешь демонстрацию сделать? Да, сейчас сделаю демонстрацию, правильно, Коль, ты сказал, что сначала лидеры заходят, а потом в процессе уже разбираются. Так, демонстрация экрана. Сейчас, секунду. Так, видно, да? Сейчас я подключу, подожди. Сейчас. Подожди. Так, я вот показываю, а вот жду. Может, тебе все надо что-то включить? Нет, все, видим. А, все, огонь, отлично. Так, по результатам. То есть за все это время, сейчас покажу вам статистику, было заработано на моем аккаунте. У меня два аккаунта, мы с супругой делаем бизнес вместе. И вот буквально сколько, за два месяца заработано 377 тысяч рублей. То есть я думаю, это прям шикарный, хороший результат. Вань, подожди, давай разделим. 377 тысяч по основному маркетингу, в который не нужно приглашать. Ты на каком уровне сейчас находишься? Я сейчас нахожусь на... Подожди, сейчас скажу. 14 у меня. Я дошел до 14, я получил вот буквально 2 дня назад, 3 даже дня назад, я получил выплату 88 тысяч рублей и часы Apple Watch. То есть смотри, 88 плюс 44... Ну, я посчитал, про что ты говоришь. У меня вот, допустим, смотри, 9 юнитов там на 7 мы получили по 300. В общей сложности чисто на пассиве я заработал 164 тысячи рублей. Вот чисто вот. Просто на пассиве. А теперь покажи результат общий. А вот теперь общий результат. То есть смотри, ты по факту сейчас не ждешь, то есть когда у тебя там, знаешь, юнит поднимется в очереди и тебе придет выплата. Тебе нет, каждый нет. день приходят маленькие выплаты, которые образуют, вот у тебя за сегодня 2800, то есть ты каждый день получаешь эту сумму, получается? Да, я каждый день, у меня в среднем получается от 8 до 5, и бывают дни, когда просто 7-10 тысяч прилетает. Я думаю, вот за эти два месяца это было, знаешь,
Вот один раз в неделю прилетает прям десятка, прям жирно десятка прилетает. Так, друзья мои, смотрите, 377 тысяч с одного аккаунта. Это плюс еще, добавьте сюда. Что ты получил? Apple Watch получил уже, нет? Apple Watch получил, наушники я получил. Apple Watch, сколько? 25, AirPods 10, 35, Яндекс-станцию, соответственно, 40. Ну, то есть еще плюс 40, то есть 400 с лишним тысяч рублей за 2 месяца. На втором аккаунте сколько примерно заработано? На втором, давай сейчас покажу. Вот это... Формат, это супругин аккаунт. Да, то есть, смотрите, вопрос того, что бизнес делается сообща, еще соточка в бюджет прилетела, понимаете? То есть вот как делается бизнес. Я очень люблю, когда бизнес делают семьями, когда мама с папой, брат, сестра, там, сын, отец, там, сын, мать, муж, жена, когда есть общая идея, общие цели, там, да, вы обсуждаете за, там, попивая чаек у дома, там, да, то есть о том, что, блин, скоро выплаты, туда-сюда. Ну, то есть тема для разговора, это сильно объединяет, сплочает, согласись. Да, да, да. Но я хотел бы прямо отметить вот этот аккаунт. Почему? Потому что вот у нее на этом аккаунте у супруги получается тоже 10 юнитов, и все эти 10 юнитов, ну, в общей сложности пассивно дали 5700 рублей. 5700 рублей. А остальные деньги, остальные вот эти 92 тысячи, это чисто на партнерке. Вот просто реферальная программа. Показывай партнер. Пригласила меня, а я строю команду первую, вторую, третью линию в глубину. И вот каждый день мне прилетает по 10, 20, 210, вот она просто, партнерка. Вот ты, короче, каблук, да? То есть сегодня, сегодня, вот вчера, восьмое, то есть, ну, слышишь? Круто. Слышишь, что я говорю, что ты каблук, под женой ходишь? Чисто домашний тапок, такой же, как и я. Ладно. Потому что я знаю, что она особо сильно качать не будет, но она там 2-3 человек она пригласила, и она будет сейчас получать подарки. Вот, и она как бы просто делает этот бизнес на лайте. Но я пришел сюда зарабатывать деньги, и так как я не работаю, я уволился с работы. То есть я понимаю, что я должен делать бизнес прямо здесь, сейчас, и как бы обеспечить. И вот мне вот, если даже открыть Telegram, даже сейчас вот аккаунт там закрыл, перешел на 8 уровень. То есть вот каждый день, вот мне каждый час приходят вот эти начисления. И это просто круто, когда Telegram тебя оповещает о каждом, скажем, о каждой выплате. Это просто бомба. И вот я хотел, знаешь, сделать акцент внимания еще ребятам на том, что некоторые говорят, я вот пришел, слишком долго идет выплата и так далее. Возможно, они находятся в каких-то других проектах, в других компаниях, но я хотел сделать акцент. Ребята, у вас есть крутые сервисы, которые работают. И в любой компании, будь вы там в инвестиционной компании, будь вы там в сетевой компании, вам нужны инструменты, мини-визит, конструктор сайтов и автовебинары. И вы, пользуясь этими инструментами, будете дополнительно зарабатывать деньги, и еще плюс здесь вы можете неплохо как бы на пассиве просто двигаться и зарабатывать. Это как раз-таки для тех, вот кто говорит, что мне вот неинтересно. Но наш сегодня эфир для тех, кто хочет больших денег. И я хотел бы открыть такой маленький секрет некоторым людям. То есть не нужно ждать сейчас, нужно просто брать быка, как говорится, за рога и действовать. Потому что чем больше у нас сейчас будет партнеров появляться вот именно в живой очереди, тем быстрее будет происходить движение очереди. Потому что многие задают вопрос, как ускорить очередь. Да простыми действиями, пригласи 2-3 человек, и пускай твои партнеры сделают то же самое. Но простая дубликация. И тем самым мы запустим этот маховик еще больше, и все пойдут быстрее к выплатам. Это как бы просто, но не все могут это понять. Но я бы хотел, чтобы на этом сделали прям акцент внимания. Чтобы каждый приглашал там 2-3 человека в неделю, но это легко пригласить. На 3000, но на самом деле это не такие уж большие деньги. Но есть люди, которые говорят, я приду посмотрю. Окей, приходи посмотри. Так если хочешь здесь прям вот увидеть результат, давай так, купи сразу на год или на полгода. И это даст как раз-таки ему разгон, и он за полгода, за год 100% здесь заработает денег больше, чем он вложил. Понимаете? Еще некоторые не видят здесь деньги, но, ребята, это на самом деле смешно, потому что у нас здесь до сих пор промоушен. И вот по реферальной программе вы видели начисление. У меня в основном все партнеры заходят на 10 юнитов. Из каждого... Еще по тысяче. Да, и я еще дополнительно получаю 1000 рублей каждый день. То есть это быстрые деньги, вот прямо здесь сейчас вам нужно.
ты еще забыл про один доход, который тоже капает. Такой доход, знаешь, который сразу не заметен, но на дистанции это очень большие суммы и деньги. Как ты думаешь, какой? Это просто гейм, да. Я хотел как раз таки еще показать, да, сейчас сделать демонстрацию и показать, сколько я получаю еще дополнительно в просто гейм. Вот у меня получается в среднем... Сейчас сделаю демонстрацию. Вот, давай. Давай. В среднем получается, вот выходит, у меня тоже у супруги аккаунт, просто гейм, где-то в среднем 100-150 он за месяц зарабатывает на полном пассиве, и плюс мой аккаунт там 320, 400, 500. То есть это дополнительно, но если мы возьмем просто по курсу 420 или вот 500 долларов, домашний бюджет 35 тысяч рублей. Каждый день, вот у меня каждый день 9 долларов, 0,5, 9 долларов, 0,5, 20 долларов. То есть матрица постоянно работает, матрица постоянно крутится. И вот просто как пример показать, какой цикл у меня там закрытия матрицы уже сейчас. Вот то есть если зайти вот первая матрица за 10 долларов, 36 круг. Вот просто матрица работает на полном пассиве, на полном автомате за счет того, что... Я сегодня вам буду объяснять, как работает матрица, я сейчас объясню людям. В общем, сейчас просто мы сейчас много времени займем. Блин, ты красавчик, короче, блин, кайф. Вот живой пример, да, то есть живой пример. 500 тысяч. 500 тысяч – это только начало, это только нам 2 месяца. Вот 2 месяца нам реально, 7 числа было 2 месяца, сегодня 10, то есть 2 месяца и 3 дня. Такой шикарный результат, и самое главное – это как снежный ком, который будет катиться с горы. Я думаю, что это будет очень приятное лето, да, то есть когда... однажды проделанная тобой работа превращается в пассивный остаточный доход, но вот позиция лидера, да, то есть я каждый день приглашаю, соответственно, вот это пример человека, да, то есть который горит за то, чтобы все работало и развивалось, то есть понимаете, все, кто находится наверху, все лидеры, кто начали зарабатывать уже достойные деньги по основному маркетингу, получают достойные подарки, конечно же, они хотят, чтобы все росло дальше, чтобы все развивалось, поэтому они всегда в фокусе, они всегда в команде, помогают своим партнерам, новичкам, да, то есть они каждый день приглашают партнеров, они не думают, что вот я приглашу партнера, он не выйдет на выплаты. Правильно Ваня говорит, пополни на год и смотри движение, да, то есть со временем, да, то есть вот эти моменты. Ваня. Еще очень мне нравится такой момент, Коль, знаешь, я всегда фразу эту говорю людям, то есть обмен с превышением. То есть нету ни в одной компании, ни в одном проекте, где вот за минимальное действие ты мог получать не только результат, но еще крутые инструменты. Вот. И посыл такой, чтобы все партнеры сейчас обратили внимание на партнерку. То есть если хочешь заработать прямо сейчас много денег, просто делай, потому что в ближайшее время вас ждут обновления крутые, и вы просто будете счастливы от того, что вы сейчас поработали, построили максимальную команду прямо здесь сейчас. И в один момент, как Николай говорит, однажды проделана работа даст вам просто мощный финансовый результат. Поэтому просто берите сейчас и делайте, не слушайте никого, кто бы что ни говорил. Все, Ваня, от души, ты красавчик. Спасибо за уделенное время. Так, смотрите, Ваня про что говорит? Про то, что он в просто гейме строил команду, появился маркетинг, пожалуйста. То есть эта команда частично перешла в живую очередь, и, соответственно, эти люди начали сразу же приносить доход, понимаете? То есть ему не нужно было с нуля разгонять, да, то есть он уже сейчас начал это делать. Про что я вам говорю? Про то, что я вам расскажу про новости, которые вам просто снесут башню, а вы скажете о том, что вау, круто, блин, вы красавчики, я вас обожаю, соответственно, я готов, но время будет упущено, то есть вы сами у себя воруете сейчас возможности, воруете время. Понятно, что лето, понятно, шашлычки, понятно, хочется отдохнуть, расслабиться и ни хрена не делать. Вот, но, друзья мои, делая одни и те же вещи каждый раз, вы получаете один и тот же результат. Понимаете, о чем я? Поэтому иногда стоит прислушаться к людям, которые зарабатывают гораздо больше, чем 1 миллион рублей в месяц. Поэтому наша основная задача – помочь вам, да, то есть раскрыть себя, свой потенциал, начать, чтобы вы начали зарабатывать деньги. Только тогда, когда вы начнете зарабатывать деньги вместе с нами, только тогда вы, понимаете, будете с нами идти и получать кайф от того, что вообще все происходит. Да? То есть я хочу, чтобы вы кайфовали, чтобы вы получали удовольствие, да, от всего процесса, который сейчас происходит.